Добрый день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, это мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня с вами посмотрим серьги от компании Красная Пресня. Серебро 925 пробы с радированием и чернением. Некоторые идут по скидочкам, так что обратите внимание, перед Новым годом есть хороший шанс купить любимое украшение по отличным ценам. Все уже есть на нашей виртуальной витринке. Также заказы принимаем в Viber, WhatsApp, группу ВКонтакте, Instagram. Все данные внизу под видео. И вот у нас здесь такая вам напоминалочка. Так, сейчас покажу все серьги подробно. К некоторым из них есть гарнитуры. Ссылочки на витринки, на гарнитуры у нас прикреплены. Если есть кольцо в наличии, или подвеска, или браслетик, все там расписано. Первые серьги у нас вот такая потрясающая скань. Кто не знаком с Красной Пресней, вся эта скань, вот эти все мелкие завитушечки, это все выкладывается вручную, запаивается, закрепляется. Очень трудоемкая, кропотливая работа, при этом все-таки цены Красной Пресни держат на достаточно недорогом уровне. Здесь у нас вот такая вот. Здесь получается у нас имитация жемчуга. Подвижная такая жемчужинка, она белого цвета, крупная. Сами сережечки получаются двойные, как будто смотрите сбоку, если. Заниженный замочек, замочек на любую мочку. И вот такая подвесная часть. Артикул 336-122-70, средний вес серег 9,6 грамма, цена 1550 рублей. Далее. Серьги-трансформеры. Здесь получается у нас целых три пары серег можно сделать, так скажем, за одну и ту же сумму. Смотрите. Первое, это получается вот такие серьги-дорожки с фианитами и подвижные вот такие кругляшечки. Далее. Снимаем вот эту часть, получаем серьги конго, вполне среднего диаметра, здесь около 2 сантиметров получается, без всяких алмазочек, просто полированные. Ну, вторую снимать не буду, понятно. Получается у вас серьги конго. И третий вариант — это сами серьги дорожки на английском замочке, чуточку занижены и с крупными фианитами. Фианиты у Красной Пресни собственной огранки очень яркие, очень качественные. Вот такой получается, собственно, отличный подарок себе или кому-то. Смотрите, три пары серег в одной. Артикул 336-122-30D. Они идут радированные, без чернения. Вес, если вот полные серьги, получается на 2 серьги 6 грамм. Цена 2,150. И дальше, если вам надо все это, вы вставили вот сюда и закрыли сережечку. И опять у вас получилась вот такая вот красотулечка. Далее. Нежные серьги-цветочки фианитами, опять же радированные, без чернения, вот такие розы. К ним в комплект есть браслетик. Нежный-нежный, подходит на небольшую мочку, можно на небольшую, на среднюю. Заниженные замочки очень удачно сидят на ушке, они хорошо отцентрованы, ничего не переворачивается. Вот такая вот маленькая прелесть. Артикул 338-116-38D, вес 3,4 на 2 серьги, цена 1750. Далее. Серьги «Солнце и Луна», отсыл к мужскому и женскому началу. Серьги идут с чернением, оксидированием. Достаточно недавно они появились у Красной Пресни.
Очень сразу всем полюбились. Асимметрия сейчас модна. И повторюсь, разделение цел на женское, мужское. Женское это луна, мужское это солнце, кынь-янь и всяким вот этим вот заморочкам, кто любит. Очень такие, ну и сами по себе действительно очень интересные серьги, необычные. Занижены замочки английские, эта часть подвижная. Здесь немножко, вот эта серьга, конечно, потяжелее, потому что и солнце покрупнее. Но рассчитан вес за две серьги 7,8. Артикул 330, 120, 10, цена 1850 рублей. Так. Серьги-листочки с завидным постоянством, любимы покупателями. Они, мне кажется, эта модель уже давно-давно у Красной Пресни. Тем не менее, все так же хороши, все так же к любому наряду, к любому образу. Нежные, кружевные, вот такие вот листочки. Серьги длинненькие, очень хорошо занижены замочки. Смотрите, эта часть листочек сам подвижная. Вся кружевная нежненькая ткань. Артикул 330, 24, 13, вес 8,9, цена 3000. Ну и, конечно, как же мы без любимого хита, серьги 3D. Это самый-самый. Если у вас таких еще нет, обязательно советую приобрести. Очень хорошо сидят на ушке. Смотрится, как будто несколько сережечек в одной. Видите, они на разном уровне. Отлично занижены замки. Место просто на любую мочку. Полно. Хотите на полную, хотите на узенькую. В общем, на какую хотите. Артикул 330, 10, 99, средний вес 6 грамм, цена 1350. Так, родированные как раз под Новый год. Серьги-шарики. Длинненькая палочка, на ней шарик. Все это будет подвижненько. Родированные без чернения. Занижены замки английские. Сейчас поближе. Палочки подвижны, и шарик на конце тоже подвижный. Вот такая вот в стиле минимализм прелестная штучка. Артикул 330, 118, 68D. Вес на 2 серьги 6,2 грамма, цена 3,100. Так. Следующая у нас прелесть, она у нас со скидочкой, что еще больше радует. Потрясающие серьги, как картины в оправе. Такой вот нежный букетик, фианит, ткань, полировка. Замочек здесь английский. Все идет с чернением. Эта часть подвижная. Крупные красивые серьги. Смотрите, какая тонкая работа. Листочки, они еще один на один здесь. Получается изображение как бы немного объемное. Артикул 30, 338, 23, 94. Вес у них 13,6 грамма. Цена была 2800. Сейчас цена 2000. Еще раз поближе. 2000 всего за такую красотищу. Присмотритесь. Далее. Опять у нас радирование. Вот такие вот. Стиль минимализм была эта коллекция. Простые достаточно формы. Здесь просто изогнут такой вот элемент на английском замочке. Занижен очень хорошо замок. Эта часть подвижная. Вот такая просто полированная со всех сторон. Серебряная пластиночка закрученная. Опять же она у нас со скидочкой. Артикул 330, 116, 28D. Радирование без чернения. Средний вес 5,8. Цена была 1500, сейчас цена 1000 рублей. Можно
нужно кому-нибудь как идея для подарка на Новый год. Так, следующие серьги. Это серьги-скобы. Здесь на разном уровне вставлены колечки. От меньшего, собственно, к большему диаметру. Все они идут подвижные. То есть каждая совершенно автономно двигается. Если вам надо, на витринке будете заказывать, не забудьте к ним добавить в корзину заглушечки. Если нужны, хотя они, в принципе, и так держатся. Здесь достаточно все хорошо отцентровано, ничего не перевешивает. Так, серьги, опять же, радированные, без чернения. Артикул 330-120-94D. Вес 5,1, цена 1700. Так, дальше немножко маленьких сережек. Не все любят у нас крупненькие. Да, это понятно. Ушки нежные женские, наши не всегда выдерживают крупность, особенно если целый день в них ходить. Поэтому вот такая вот небольшая маленькая кружевная прелесть. Здесь и полировка, и скань. Очень хорошо занижены замки, если для кого-то это актуально. Место на любую мочку. То есть здесь очень много, даже на полную мочку, если у вас она вроде небольшая, да, бывают ушки небольшие, а мочка пухленькая. Вот очень хороший вариант. Получается, можно носить либо вот так, ну, либо к себе, тут как кому нравится. Можно от типа лица подобрать себе, так будет немножко еще расширяться, да, лицо, так наоборот чуть-чуть сужается. Артикул 330-120-04, вес 3,9 грамма, цена 1150. Так, веерочки. Ваши любимые веерочки, к сожалению, снимают с производства, поэтому они идут по скидочке. Больше их не будет, да и у нас они, собственно, вот последние остались. Не знаю, модель была хорошая, но, может быть, уже перестала пользуются спросом. Не знаю, почему снимает. У нас их очень хорошо брали, и колечки, и сережки. Смотрите, здесь и замки занижены были отлично. Место на любую мочку. Вот такие вот сережечки. Но к вашей радости, девочки, они по скидочке. Артикул 330-104-68. Вес 5,8. Цена была 1350. Сейчас цена 950 рублей. Вот такие шикарные веерочки. Так, кружочки, клипсики, они на английском замочке, конечно, но смотрятся на ушках как прям таблеточки, такие клипсики, листочки со сканью, очень нежненькие, прям такие на ушках, как будто, вот повторюсь, пуговки или клипсички смотрятся. Даже тут чуть-чуть заниженный замок и места, в принципе, достаточно тоже для разной полноты мочки. Артикул 330-99-36, вес 5,2 грамма, цена 1100. Так, еще один хит. Это, конечно, корзиночка с фианитами. Корзиночка небольшая, но здесь очень красивый, как и все, яркий фианит. Он высоко посажен, смотрите, как он играет. Замочки английские, и вот она, высокая корзинка. Можно взглядеть, как хорошо высоко все вставлен фианитик. Артикул 33-51-52, вес 4,6 грамма, цена 1000 рублей. Далее, кружевные листочки. Такие вот листочки от тюльпанчиков напоминает. Нежная скань, немножечко полировки. Опять же, здесь очень хорошо занижены замки на любую мочку. Здесь много места. Ну, носить, опять же, хотите так, хотите наоборот, к себе, от себя, как кому будет удобно. Артикул 330-80-90,
Средний вес серег 4,7 грамма. Цена 1100. Так, далее. Алмазочки. Алмазочка. Алмазная грань со сканью. Здесь и сканью, видите, в середине алмазочка создает эффект камней. Почти все, что показываю, может комплектоваться кольцами. Просто сейчас в наличии чего-то уже нет. Так что, если что понравилось, уточняйте. Подберем вам и кольца, и сережечки. Даже если что-то закончилось, красный пресни мы часто работаем, часто, вернее, всегда работаем, часто заказываем. Занижены замки. Замки, опять же, на любую мочку. Места здесь вполне достаточно. Артикул 330-88-74-5. Вес 4,2 грамма. Цена 1000 рублей. Так, еще одна нежность со скидочкой. Полировка. Скань. Очень интересная форма треугольная. Опять же, ее можно обыграть, если вы чуть-чуть по-другому на ушки это оденете. Либо расширить себе лицо, либо уменьшить. Тут надо смотреть, да, по типу лица. Овал, треугольник, это все, все что угодно. Квадрат, прямоугольник, это все вполне удачно выравнивается. Только стоит вам поиграть со своими сережечками, если они, конечно, не... Ну, неравномерно, да, понятно. Здесь как ни одень, уже ничего не поменяется. А вот такими вот видами можно вполне поиграть. Так, занижены замочки. Опять же, на любую мочку. Артикул 330-117-04. Вес 3,8. Цена была 950. Сейчас цена 650 рублей. Опять же, присмотрите, может кому-то в подарок. 650 рублей вроде недорого, зато какие отличные серьги. Так, капельки. Здесь нет ткани. Здесь просто полировочка. И на ней выбитый рисунок. Тоже не так давно они появились. Очень хорошо смотрится. Такая капелька, знаете, прям как будто металл у вас с ушка стекает. Сейчас я поближе, то полировочка прям не дает. Как будто металл стекает, и на нем еще вот такие узоры. Чуточку занижен замок, опять же, на любую мочку. Артикул 330-117-06, вес 4,3 грамма, цена 1150. Так, по шарикам хочется, так скажем, пробежаться. К Новому году, наверное, не хватает прям шариков новогодних. Вот еще напомню, что вот такие есть потрясающие крупные шары, корзинки у красной пресни. Идут они на французском замочке. Французский замок петля. Здесь вот внизу они расстегиваются. Ну, не буду уже говорить, что здесь на любую мочку, это и так понятно. Вот такая высокая, глубокая корзиночка. И потрясающий, собственно, в полировке своей шарик. Артикул 330-10-884. Вес 12,7 грамма. Цена 2,300. Так, половинка шарика. Опять же, на французском замочке. Вот такие полусферы. В отличие от предыдущих, они немножко поменьше. Плюсом они не залиты, не закрыты, поэтому они еще и легенькие. Французский замочек. Вот такой. Петелька высокая. И очень красивая полусфера. Так, артикул 330-112-72D. Сейчас сфокусируюсь. Вес 5,9 грамма, цена 1650. Так, и шары на английском замочке. Шары радированные, без чернения. Уточняю, потому что могут быть они еще и с чернением. Если надо кому-то с чернением, уточните. Мы вам закажем, хотя они, по-моему, все на витринке выложены. Шарики, опять же, с корзиночкой. Английский замок.
Вот такие. Артикул 330-103-94D, вес 7,5 грамм, цена 2050. Так. Родирование. Смотрите, какие оригинальные серьги на английском замочке. Так, сейчас посмотрю. Не помню, по-моему, здесь имитация. Здесь имитация жемчуга. Родирование, все очень подвижно, такой, знаете, уже более современный какой-то стиль. Английский замочек занижен прям чуточку. Это все подвижно, и сам диск, и в нем капелька вот эта жемчужная, тоже все подвижно, очень оригинально и нежненько. Артикул 336-115-70D. Вес 5,4 грамма, цена 1770. Так, очень ходюсенький, так и хочется засюсюкать сережечки на французском замочке с фианитом. И здесь тоже имитация жемчуга. Ну, здесь пишут стекло ювелирное. Ну, суть одна, стекло, имитация. Они еще и по скидочке. Французский замочек, родирование, ювелирное стекло прешиоза и имитация жемчуга. Артикул 336-10-662D, вес 1,7 грамма на 2 серьги. Цена была 1000, сейчас цена 650 рублей. Так, ну еще чуточку нам осталось. Так, вот такие серьги с имитацией жемчуга. Смотрите, крупная жемчужинка, с чернением они идут, замочки занижены прилично, на любую мочку, жемчужинка подвижная. Артикул 336-122-68, 7,6 грамма, цена 1150. На Новый год какому-нибудь плачу очень удачненько. Так, ну эти мы недавно смотрели, но еще раз покажу. Это новинка от Красной Пресни. Нежная ткань, нежные кружевные листочки. Мы их прям буквально только получили. Заниженный замок. Заниженный замочек. Эта часть идет, листочек подвижная. Артикул 330-123-68, вес 6,8 грамма, цена 1600. И опять же из новиночек с искусственным султанитом. Очень хорошего качества султаниты. Замечательно, они меняют цвет. К вечеру при электрическом освещении будет зеленый. Днем такой ближе к розово-лавандовому. Здесь идет корзиночка. На английском замочке, высокая, на любую мочку. Артикул 338-70-96, вес 7,7, цена 2,150. Все уже есть на нашей виртуальной витринке. Я закрепила все на главной странице, чтобы вам далеко не лазить, не искать. Кто не нашел, пишите Viber, WhatsApp, я вам все покажу, расскажу. Еще группы ВКонтакте и Инстаграм. Ссылочки все внизу под видео. Спасибо, что смотрели. Всем пока-пока.